Ну, отпуск он, поэтому мой отпуск. У меня 2,5 года его не было, и что-то как-то захотелось все-таки уже, чтобы да он надо. Был. Ты что, 21 день – это санаторно-курортное лечение как вот. Раз. Оно. Я все время на 10 езжу, а мне потом родственники медицинские объяснили, что 10 дней у тебя организм только успокаивается, нервозность там и всякая. А через 10 дней ты начинаешь отдыхать. Вот, поэтому 10 дней отпуска – это ни о чем, а 21. Это то, что надо. Там.